Продолжается работа над рассмотрением проекта бюджета на этот год и среднесрочную перспективу. Документ обсуждали на заседании профильного комитета. Уделили внимание сотням поправок. Многие из них Верховный Совет направил правительству. На сегодняшний день можно сказать, что по целому ряду вопросов мы с правительством нашли общий язык. Вы знаете, что правительством был представлен дополнительный пакет поправок на прошлой неделе к изначально представленному проекту закона о бюджете. В частности, правительство предлагает сократить разницу между расходной и доходной частью еще на 255 миллионов рублей. Больше половины из этих денег планируется направить на покрытие дефицита по социально защищенным статьям. На эти цели также намерены использовать остатки прошлого года. Представлены поправки какого плана? Ну, так как бюджет рассматривается уже в марте месяце, мы знаем остатки по состоянию на 1 января 2016 года, как по местным бюджетам, так и по республиканскому бюджету. Нами предложены поправки по утверждению этих остатков по состоянию на 1 января 2016 года. И предложено для уменьшения дефицита бюджета часть остатков перенаправить в социальный стабилизационный фонд. Кроме того, предполагается урезать финансирование представительских расходов и на уровне прошлого года сохранить расходы на медикаменты и лечение приднестровцев за рубежом. Проект бюджета на этот год и среднесрочную перспективу планируется рассмотреть на пленарном заседании 2 марта. Александр Лагутин и Егор Бекерский, Первый Приднестровский телеканал.